Всем привет, дорогие друзья, с вами Локи, мы продолжаем проходить Far Cry 3. В прошлой серии, как вы помните, мы спасли Оливера, ну и сейчас будем уже смотреть, что же дальше. Остался вроде как последний паренек. Так. Уиллис, ты? Тейсон, я нашел твоего друга, Кита Рэнси. Его купил один из киллеров Хойта. Он сидит в баре в трущобах. Как его зовут? Бак. Ха. Его зовут Бак. Он полный мук. Так, давайте смотреть, куда нам нужно отправляться. Так, где задание-то? Вот, черт. Ну, давайте портанемся. Не хочу я столько времени тратить на поездку по острову. Заодно пополним запас патронов. Рада видеть. Так, боеприпасы пополнить. Окей. А, кстати говоря, еще расходуемый бронежилет. Вот так вот. Какие-то... Опять в бар, который мы, помните, во сне тогда видели. Ну, не во сне, а в галлюцинациях. Эбак, день рождения не сегодня, но ты похож на Санта. Я пришел за другом, Китом. Извини, его не знаю. Ты купил его, Хойта? А, это он. А он назвался... Ты психуешь. Согласен. Перейдем к делу. Стало быть, ты Джейсон Брозери. Слушай, мне просто нужен Кит. Джейсон, Джейсон, Джейсон. Но не все же тут дикари. Мы деловые люди, достойные капиталисты. У меня есть то, что нужно тебе, верно? Это товар. А у тебя что нужно мне? И что это? Спокойнее, Джейсон. Не кипятись. Убьешь меня, никогда его не найдешь. Найди его. Сделаешь, и мы с тобой в расчете. И Кит уйдет с тобой. Принеси мне то, что потеет. Я уже видел этот ножик. Ножик? Ножик? Хуёжик, блин! Шедевр! В нем истории больше, чем в ваших задницах! Это выкуп за Кита, понял? И где он? Тот искатель. Знал, где искать. Но вас захватило его судно. Информацию о каком-то китайском сокровище и экипаж. И что еще? Нож? Нет, не чертов нож. Его местоположение. Хочешь, Кита? Заберись на судно и выясни, где зарыто это чертово сокровище. Вали. Так, понятно. Теперь нужно искать какое-то судно. Ну, оно здесь недалеко, всего 700 метров. Давайте взглянем на карту. Вот так вот, да? Ага. Лодки, лодки. Лодок-то тут тоже нету. Вроде как рядом. Ну, хотя бы машина-то у входа есть. Хотя бы одна. Хоть какая-нибудь рухлядь. Кажется... Нет, есть. Отлично.
Итак, смотрим наш путь. Сейчас налево. Вот здесь вот мы повернем еще раз. Я надеюсь, все-таки лодка хоть где-то будет, потому что вплавь среди акул. Кстати, шкура акулы нам тоже нужна. Ну, сколько здесь растений. Собирай, не хочу. Давайте, давайте, ребят, догоняйте. Будем через минуту. Немножко токийского дрифта. Мы идем с запада. Вот черт. Вон лодка. Отлично. Так, 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 вперед. И нам вот на это судно. Вот черт. Что нам теперь делать? Это простое наблюдение. А, черт. Похоже, повстанцы играют. Нет, ты просто сдох, друг. Отлично. Обыскать все. Заглохнись. Давай, влезай, ну. Ебля. Ладно. Если что увидишь, кричи. Наверное, Сюки. Смотри,
упал, отжался. Так, хорошо. Тут еще один. Жирный какой, а? Пампушка. И пока есть возможность, кстати говоря, я бы тут еще и акулу поискал. Сейчас посмотрим. Что-то я не нахожу акулу. Давайте попробуем, прыгнем. Вон она. А хрен так ее еще выловишь. Где ты? Не, ребят, мне кажется, это не вариант. Вон она. Не, ну через воду, конечно, пуля не пройдет. Ладно, черт с ней. Так, где-то у нас вход. А, там пончик его охранял, понятно. Давай, мне нужны эти данные. А, жарко. Воу, танцор. Любитель брейка. Долго мы здесь будем? Пока они не найдут нож по записям в компьютере. Надо залезть в этот комп. Блять, да сколько же тут пиратов? Да, пиратов правда здесь многовато. Он тут сейф открывал или что-то в этом духе.
Хорошо. Патрончики для пистолета. Да, действительно, на этот раз ты от меня не уйдешь. Еще один пончик. Так, данные есть. Давайте осмотримся, может быть, что-то интересненькое. Да нет, по-моему. Используем аптечку. Спорю, что в этом компьютере что-то есть. О, нифига, какая там клевая, вон штучка слева лежит. Вот он. Это вроде важный компас. И может приведет к ножу. Куда себе, трусы, что ли, запихал? Быстрей, говнюк! Это шутка? Охренеть. Теперь нам еще и на скорость надо плыть. Давай, Джейсон. Хорошо, дыхнули и... Успели, успели, ну офигеть, там глубина, конечно. Не спи, замерзнешь. Подъем. Открой сомкнутый негой взоры. Да вставай же! Давай! А вот и ты. Нашел сокровище? На судне его не было. О, Джейсон, Кито это не понравится. Похоже, ему уже неловко. Зачем ты это говоришь? Сам не знаю. Смеха ради, лапочка, смеха ради. Не нашел ли ты компас? Отлично. Здорово. Я знаю вот что. Используй компас. Большое спасибо. Пожалуйста. А теперь, если можешь справиться сам,
Я иду к Киту. Ладно? Бывай. Так, теперь с помощью компаса нам нужно как-то понять, куда идти. Ну вот здесь. Вперед туда погнали. Поговорите с Баком. Патрончики для пистолета. Начинает темнеть. Создайте рюкзак, создайте рюкзак. Ребят, если бы я мог создать, так, наверное, я бы уже создал. Так, путеводитель. Что у нас здесь? Угу. Так. Так. Кто-то еще из людей? Оливер, понятно. Транспорт. Ну и все, вперед. Че опять? Вот так вот. Дабл килл. Они сами напросились. О, черт, там еще двое. Ладно, этих ребят оставим в покое. Тут еще два, да? Отвалите, уроды. Я свой собственный. Надо быстрее на задание. Что за хрень? Если ты знал, куда я собираюсь, почему Джейсон, не сказал? Джейсон, Джейсон, не кипятись ты так. Я с тобой в игры не играю. Я просто зритель. Но я жду хорошего шоу. Дай пройти. Нет, нет. Сначала преподам тебе урок истории. М? Готов к этому? Тогда слушай. Представь, здесь мы видим настоящую иронию в чистом виде. Чёртовы япошки. Они создали какую-то особую организацию, чтобы найти забытое богатство и тем помочь империи. Но ребятки не знали вот что. Они построились прямо над этой хренью, что искали. Ну давай спроси, что они искали, Бак? Нет. Высечь бы тебя. Да посильнее. Но знаешь что? Я лучше высеку Кита. Они искали Чао Сука Яна. Знаете, мне Тревора напоминает. На котором ходил знаменитый китайский адмирал по имени Джен Хэ. Херня в том, что он умудрился скрыться с кучей добра. Включая, да, мой чертов нож. Это все. Береги себя. Урок окончен. Ну что, отправляемся, посмотрим, что нас там ждет. Я убью этого ублюдка. Здесь все сильно разрушено.
нам нужно как-то вниз попасть, да? Или наоборот, вверх. Деньжатки. Офигеть, какие-то вообще непонятные катакомбы. Еще денежки. Черт. О, черт. Так, это слишком опасно. Жопу! Обоих жопу! Козлы! Черт, прямо над нами. Надо тут где-то вылезти, ребят. Ну, тут нифига. Ну, придется там по лестнице вылезать. Потому что тут, я, кажется, тоже никуда не вылезу. Да я понял, что вход в пещеру найти надо. Было бы неплохо отметить всех этих ребят где-то. Так.
остальные повстанцы, подавитесь этой дырой! Кто еще? Оказалось так просто. Надо было зайти, просто ворваться к ним и все. Все, вперед. Я думаю, дорогие друзья, мы продолжим в следующей серии. Ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. С вами был Локи. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.